Спирея или таволга представляет собой род декоративных листопадных кустарников семейства разноцветных. В переводе с древнегреческого означает «изгиб», и справедливость этого названия подтверждает особая гибкость ее побега. Главное достоинство спиреи – ее неприхотливость. Насчитывает спирея около 100 видов, растущих в степи, лесостепи и в полупустынях. Упоминание о спирее, вернее о таволге, есть еще в былине Садко приблизительно 1478 года. Затем в XIX веке сведения об этом растении попадают в словарь Даля. Он пишет о том, что крепкие и тонкие ветви таволги использовались для шампалов и кнутовищ. Сегодня в культуре выращивают разные виды и сорта спиреи, и все они отличаются не только высокой декоративностью, но и морозостойкостью и продолжительностью цветения. Растения рода спирея бывают как карликовые, 15 см ростом, так и очень рослые, до 2,5 метра. Корневая система неглубокая, мочковатая. Ветви стелющиеся или прямо стоячие, раскинутые или лежачие, от светло-бурого цвета до темного. Кора имеет свойство продольно отслаиваться. Листья черешковые, очередные, 3-5-лопастные, ланцетные или округлые. Цветки у спирей мелкие, но многочисленные, образующие самые разные соцветия – метельчатые, колосовидные, пирамидальные, щитковидные. Окраска цветков разнообразна – от кипенно-белой до малиновой. У разных видов спиреи соцветия расположены по-разному. У одних по всему побегу, у других только на верхней части побега, у некоторых только на концах ветвей. Размножаются спиреи делением куста, семенами, отводками и черенками. Цветок спирея используется для групповых посадок и для живых изгородей. Карликовые сорта спирей прекрасно подходят для ракариев, каменистых садов и для создания живых ковровых покрытий. Великолепно выглядит куст спиреи и как одиночное растение. У каждого растения есть свои требования и к посадке, и к уходу. Выращивание спиреи тоже имеет свои особенности. Почву спирея предпочитает листовую или дерновую. Оптимальный состав по одной части песка и торфа и две части земли. Обязателен дренажный слой, можно использовать битый кирпич. Посадка спиреи осуществляется в яму, которая на треть объема больше комля растения. Глубина посадки не менее полуметра, причем корневая шейка растения должна быть на уровне поверхности. Сажать спирею нужно в пасмурную погоду, а еще лучше в дождь. Лучшее время – сентябрь. Лучшие соседи для спиреи – можжевельник, ель, туя.